Посадка саженца Шефлера, который может вырасти до 2,5 метров в высоту, была приурочена к празднованию Дня государственных символов. Тут же прошло чествование тружеников тыла и награждение их памятными медалями. Кроме того, все мероприятие прошло под эгидой 20-летия создания Ассамблеи народов Казахстана. По словам организаторов, эти, не связанные на первый взгляд праздники, объединяют многое. Земля Казахстана очень много испытала на себе и крови, и репрессий, и в тыл, когда мы говорим о том, что 70-летие Великой Победы, и здесь был тыл, и точно так же было много работы, много национальностей, народностей приезжало, работало на этой земле. И все это отразилось, наверное, на наших обычаях, традициях. И когда 24 года назад вознесся государственный флаг над территорией нашей страны, это не могло не стать действительно государственным праздником, праздником всех этносов и народностей.